Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Заканчивается первая декада августа. В нашу местность пришла жаркая погода. И сейчас хочу сказать несколько слов о яблоньках. Вот тут рядом клещевина растет. Не могу не полюбоваться. Уже очень высокая, красивая. Так вот, к сожалению, яблони в нашей местности растут не очень хорошо. И крупноплодные сорта вырастить очень сложно. Только надо их делать сланцами. Это трудоемко. Ну, может быть, попробую. Поэтому приходится выращивать сорта не очень крупные. Вот как, например, вот это. Это яблонька алтайская румяная. Яблонька выросла. И вот попала под сильнейший мороз позапрошлый год. Очень была холодная зима, и видно, снега было маловато, и сильно болела, пришлось ее обрезать. Формировка вся пошла на смарку, потом буду формировать ее заново. Но, тем не менее, прошлый год яблочко 3 удалось сорвать, попробовать, и в этом году яблок немного больше. Они еще пока не поспели, но чувствуется, что какой-никакой урожай будет. Кроме этой яблони, еще основной мой сорт, который не один десяток лет уже радует хорошими плодами, это яблонька горноалтайская. В очень неприятную морозную зиму она пострадала настолько, что я хотел ее уже вырубать. Она практически, ну, совсем засохла. Прошлый год на ней не только плодов, на ней листьев-то, собственно, толком и не было. Но все-таки решил ее оставить. И вот в этом сезоне, поразительно, она каким-то образом восстановилась и завязала довольно много плодов. И вот сейчас они уже поспели, их можно рвать и кушать, что мы с успехом и делаем. Вот каким-то образом яблонь еще растет. Я решил ее, конечно, теперь не трогать. Пусть растет, сколько уж выдержит. Тем более, плоды, хотя и намного мельче, чем положено, но все-таки вполне нормальные и пригодные для использования. Уже 2 ведра сорвали. Начали делать некоторые заготовки, а именно повидло. В этом году решили попробовать. Ну, с этого края уже все обобрано. Показать-то практически. Ну, вот такие вот яблочки. Только вообще-то у нормальной яблони они должны быть раза в полтора крупнее. Но вкус, тем не менее, хороший. Даже у таких. И вот эта яблонька начала активно плодоносить. Ну что ж, большое ей за это спасибо. Я уж и не ожидал. Так что будем хотя бы и с мелкими, но тем не менее со вкусными яблочками. И их достаточное количество. Сейчас надо активно собирать и их использовать. Ну а яблок здесь довольно много. Ну так, по внешнему виду, ведер, наверное, еще осталось 5-6. А может быть, даже и больше. Тут придется привлекать на помощь родственников, чтобы помогли разгрузить эту яблоню, потому что нам столько плодов, конечно, не нужно. Но я думаю, эти вопросы все решаемы. Еще напомню, что эта яблонька, она, помимо прочего, еще и корнесобственная. То есть когда-то очень давно я прикопал саженец. Он превратился постепенно в яблоньку. И уже, я не знаю, сколько лет. Лет уже, наверное, 15-то точно. Вот эта яблоня растет и плодоносит. Это корнесобственная горно-алтайская. Вот такие вот яблочки. Август, как говорят некоторые поэты, благодатный. И действительно, урожай разных культур в разгаре. В том числе и яблоки. Несмотря на то, что эти яблочки маленькие, но тем не менее мы рады и таким. На мой взгляд, они
не менее вкусные, чем крупноплодные. Конечно, это не апорт алма-атинский, но кушать их можно с удовольствием, и заготовки из них получаются отличные. Так что горно-алтайская яблонька начала плодоносить. В конце пожелаю всем огородникам выращивать яблоньки на участке, даже если условия не очень подходящие. Все равно они, пусть не крупноплодные сорта, дают неплохие урожаи. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания.